Наш рейс задержали где-то на час, мы втыкали в самолете, теперь мы наконец-то долетели и вот. И сейчас мы пойдем поселимся в нашу коробку и потом пойдем гулять. Вот. А коробка, вы увидите, что это очень смешной отель. Мы его назовем коробка, потому что он коробка. Смотрите, у них на сигаретах нарисованы всякие ужасные заболевания, которыми вы можете поболеть. Не просто курение убивает, а, например, мертвый мужчина или женщина, которая кашляет кровью. Поезд, чтобы доехать до центра города, за 4,20 евро. Трамвай, проезд стоит 2 минуты. Это Вильнюс. Подожди, куда идти? Туда? Так, нужно сделать что? О боже, мы живем в коробке! Чтобы вы понимали расстояние от одной стенки до другой. 2 метра, наверное, максимум. Я только что вышла из душа на 50 человек, и сейчас буду собираться, и мы пойдем гулять в Амстердам. Очень прикольный отель, он типа капсульный, но не такой крошечный, как капсульный типичный отель. Ой, тут можно заряжаться вот от вот этой розетки и от USB-порта. Удобно. А еще тут можно включать свет и выключать вот такой кнопочкой. В этой гостишке нет завтрака, кстати, но... и мы пошли искать завтраки. Смотрите, какой у них рейс. Мы идем вот сюда. Наша еда! У меня авокадо-тост. Очень классная гостишка. Тут маленькое место, конечно, но, в принципе, чтобы просто переночевать. Хотя она довольно дорогая. Это получается 100 евро за этот номер, в котором может проживать только 2 человека. Смена вообще обстановки, потому что здесь достаточно необычно, не типичная гостиница, поэтому это интересный экспириенс. Так что, если вдруг не знаете, где в Амстердаме остановиться, то City Hub – прикольное место. Единственное, что уборные и душевые, они общие. Ну, для мальчиков и девочек отдельно, но при этом никто никому не мешает. 2 супер мощных фена. Я высушила волосы, не знаю, наверное, за 2 минуты. Все, в принципе, здорово, как для людей. Единственное, что нет тапочек, так что берите свои тапки. И в душевой тоже нужны тапки. Вот. Ну, дают халат, дают полотенце. В принципе, все. Все нормально. Вот так. А желание ты загадала? Мы идем фотографироваться на мост. Вон мост. Мы не фотографируемся, мы просто гуляем. А фотографируемся мы просто по ходу. Да и мы даже не фотографируемся. У меня есть 2 фотографии. Одна из них с кофе, а другая с уткой. Все. А на фотке с уткой даже тебя нет. Вот именно. Моих фотографий в Амстердаме нет вообще. Я такая шла-шла, заглянула в подворотню, а тут... О, цветочный магазин. Все такое красиво. Вот это колонфоя. Короче, вот так вот из черного входа мы зашли и нашли очень красивое место. Вот так отправляют мебель вот туда на поезд. Потому что ступеньки очень крутые.
Так, вчера мы прошли 23 почти тысячи шагов, а сегодня 12. Только успеваю уворачиваться от велосипедистов, потому что они здесь, походу, самые главные ребята. Так, везде пахнет травкой. Мы идем, как все настоящие туристы, фоткаться. Фух, я устала жутко. И сегодня у меня в рационе была только селедка и стаканчик воды из-под крана. А еще здесь у всех клевые собаки. Мы пришли на самую лакшери-шоппинг-улицу. И здесь этот супер красивый бутик Шанель, который строили ночью из стекла, и это все стеклянные кирпичики. Вот. Это очень круто, я оставлю вам ссылку на это видео, там, где строили это здание. Это просто что-то невероятное вообще. Он безумно красивый. Мы решили, что надо подойти и потрогать. Вот такой вот стекляшка, очень красивый. А при этом Тиффани вообще такой скромный-скромный. Мини в новом кузове. Фэшн. Когда мне было 5 лет, мама заставляла меня носить колготки. Они были точно такие же. Так. Я была трендсеттером еще тогда. Аренда велик. Вот здесь. Макбайк. В принципе, в центре. Вот мы берем тандем. Ура. Я еду на велике без ног, смотрите. Очень страшно. Я не умею кататься на велике. Я держусь одной рукой без ног. Мы едем. Я без рук! Ой, страшно! Я без рук, без ног. Я уже вроде привыкла к этому велике. Сохранилась? Да. Здорово. Так, держи палку. Держу. Куда поворачиваем? Налево. Налево. Nice place, кофешоп называется. Nice place, но это не удивительно. Классно ехать на велике, когда ты особенно не рулишь, просто сидишь как пешеход, хотел сказать, как пассажир. Велик очень тяжелый, кстати. А еще сказали, что здесь, если в неустановленном месте припарковать велосипед, его забирают в эвакуатор. Я не знаю, правда, как он отдирает ваш велосипед от того места, куда вы его пришвартовали, но тем не менее. Мы пришли покушать. Вот в такое заведение называется Coffee and Coconut. Очень вкусный кофе. Отличное место, здесь потрясающий дизайн. Такое. Все деревянное. Мы сидим на самом верху, здесь 3 этажа. Везде живые цветочки, всякие горшочки. Очень здорово здесь. Так. Вот наш кабриолет. Рыженький. Вот такое вот заведение. Смотрите, я в Маре нашла кошечку, у нее сегодня день рождения.
Мне сказали, что у нее день рождения. И у нее скоро будут котятки. Она такая сладкая. Рекомендую попробовать. Это традиционное голландское угощение, десерт на молочной основе. Очень вкусно и необычно. Такого нигде больше не попробуйте. Вот. Полная полка этого. Называется флаг. Два люди умеют веселиться. Велики, кругом велики. Кто еще не умеет кататься на велике? Расскажите мне, кроме меня. Мы пришли в очень милое заведение. Смотрите, здесь такое меню. Очень добренькое, правда, через Мэгги Адамс. И внутри вот все, что здесь есть. И заведение называется Каннибал Рояль. Ой, божественное мясо. Вообще, это было вкусно. Я уже расчленила свой бургер. Вот. Печеная картоха. И чесночный хлебушек. Вкусно безумно. И вот такая у нас красивая картина здесь. Домашнее семейное фото. Вот везде на зданиях и на столбиках есть 3 икса. Это заклинание против чумы, наводнения и пожара. Мы пришли в Вандал Парк, а здесь одни спортсмены, бегуны, йоги, велосипедисты. И ничего из того, что все обещали мне увидеть в этом парке. Вообще здесь везде попугайчики летают, цапли безмятежно шагают в поисках еды, попрошайничают от пикников. Мы вот из кустов оттуда вышли и попали вот сюда на очень красивую улицу. А это растет бамбук, кстати. Вот. Вот он какой высоченный. Вот так выглядит голландский дом изнутри. Вот нашли очень классный цветочный магазин. И вот он туда же вглубь идет. И здесь разные классные растения. Не такие стандартные, как везде. Можно купить даже подсолнух. Такую красивую штуку называется Эрика. Я не знаю, что это. Такие как будто маленькие колокольчики. Эльская пальма, класс. Решили растения не покупать. Купили тюльпаны. Вот такой набор я взяла. Вот такой. Посмотрим, что из этого вырастет. У меня уже когда-то был тюльпан. Вдруг повезет снова. Птицы требуют мою еду.